Всем привет! Я сегодня по работе поехала на метро Киевская, в гостиницу Славянская. Вот сейчас зашла, документы только забрать, и хочу зайти в Европейский. Тут у меня встреча с клиентом ненадолго. Наша компания просто сотрудничает с этим отелем. Здесь постою, понаслаждаюсь видами осеннего газончика. Ландшафт тут такой красивый очень, да? Я в этом отеле никогда не была. Ну все, я иду в Европейский. Заняло всего 5 минут. Вот тут фонтанчик какой красивый. Заняло не более 5 минут. К этому отелю выходить с 4-го выхода метро Киевская, Лёвская линия. Я хочу пойти посмотреть себе Батфорты. Ну все, я пошла. Жаль, конечно, все это не живое, но красивый дизайн при входе. Сейчас я посмотрю, на каких этажах есть обувь, пойду. Здесь очень удобный поиск. Нажимаешь обувь, и тебе выскакивает, на каких этажах, какие марки. Мой любимый магазин. Что-то я ухожу уже довольно долго. Мне, честно говоря, надоело ходить. Не люблю я к магазинам шастать. А здесь выискивать обувь, ну как бы. Это да, какой-то капец. Пока ничего интересного, в общем, не нашла, если честно. Наконец зашла вот в такой магазинчик. Ну, кое-что выбрала. Я себе выбрала. Я хотела просто высокие, но тут заостренный мыс, мне нельзя. Я себе выбрала вот эти и вот эти. Сейчас померяю. Но вот мне непонятно, вот эта вот часть не растянется ли. Каблук красивого цвета. Такой темно-бордовый. Спасибо. Непонятно пока. Эти замшевые. Каблук чуть меньше. Сапог. Труба называется. Его можно подтянуть выше. Как Батфорты. И можно приспустить. Вот, будет ниже. Теперь надо выбрать, какие из. Стоят они со скидкой 8000.
всего нравится мне каблук. Это эко кожа. Жизи кожа. Шикарная. Вся кожа. Сверху донизу и плюс она еще утепленная. Это замша. Какие красивые витрины с тюльпанами. Магазин Victoria's Secret тоже мне нравится очень. Правда, Шотландия. Я много где прошлась, но понравился мне только один магазин. Остальные либо дорогие, либо ну, там еще что-то. То есть, ну, я не готова покупать Сапогира 30 тысяч, например. В общем, я выбрала двое сапог. В пятницу сюда приеду в юбке, померяю, подъюбку, как будет смотреться. Ну и те, и другие стоят в районе 8-6 тысяч. Ну все, я поехала домой. С вами была я, ваша баба Атас. Заходите на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Буду рада. Всем пока!